Всем привет на канале Миху. Почти год назад игра Lost Ark стартанула в Корее. А уже с 4 сентября начнется первое тестирование в России, альфа-тестирование. Если хоть немножко вы следите за ММО-играми, наверняка вы слышали о Lost Ark очень много, особенно в прошлом году. Но для тех, кто в первый раз услышал об этой игре, вкратце расскажу. Это изометрическая игра с огромным миром, большим количеством заданий, причем очень многие задания очень интересные, морским контентом, данжами, аренками, с отличной графикой, и в целом вы сможете приятно провести время, так как заняться в игре есть чем. На данный момент официально купить ключ на альфа-тестирование невозможно, только можно выиграть в различных розыгрышах, конкурсах, и Mail.ru подогнали мне 10 ключиков, которые я разыграю. Правила розыгрыша простые. После того, как я опубликую видео, оно появится в закрепленных сообщениях у меня в группе. Вам нужно перейти в эту группу, сделать репост этого видео, а также подписаться на мою группу и официальную группу Lost Ark от Mail.ru. Все условия будут написаны в описании под этим видео, а также в посте, который надо будет репостить. Розыгрыш продлится до 3 сентября 23:59, то есть 4 числа у вас уже будут ключи в личных сообщениях, кто выиграет, и соответственно у вас будет время скачать клиент и поиграть в Lost Ark, как только откроются сервера. На этом все, пусть вам повезет, и мы встретимся на просторах Lost Ark уже 4 сентября. Всем пока!